Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Зомби Цунами. Начинаем мы прямо на такой цунами волне. Сегодня среда, и сегодня мы, ну, играем именно, когда среда у нас. А ролик может быть выложен и не в среду. Ну что ж, задание, давайте посмотрим наше задание. Опрокиньте две мусорки. Угу. И нужно выиграть лотерейный билет. Два лотерейных билета за раз выиграть. Так, ну опрокинуть мусорки это легко, в принципе, не сложно. Тем более две всего лишь. Надо главное найти, где они находятся. Они находятся в туннелях. Вот. Сейчас мы пробегаем Нью-Йорк. После Нью-Йорка будет туннель. В этом туннеле ребята будут мусорки лежать. Ну, одна. Ой, ладно. Что у нас там? Надо еще мозгов собирать побольше. Так, тихо, машинка. Вот, еще одна. А, автобус берем. Вот, еще один автобус. И мы опрокидываем самолет. А вот и мусорка где-то здесь должна быть. А мусорки нету, прикинь. Алло. Они убрали мусорку. Офигеть. Специально, представляешь? Чтоб жизнь медом не казалась. Да? Так, что это у нас тут? А, квадробеки. Это хорошо. Им на все пофигу. Безразлично. В мощной защите стоят. Они все прокидывают. Абсолютно все. Тут главное в пропасть не упасть. А так, все отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять эти пределки. Все, птичка наша. Дала нам еще 5 секунд. Чтобы мы. Вот, смотри, мусорка. Так, первая мусорка есть. Да, долго мы ждали эту мусорку. Теперь нам нужно разбить вторую. Так, ну если здесь будет у нас туннель сразу, тогда мы ачивку выполним. Посмотрим, посмотрим. Так, нет, не успеем. Нельзя, нельзя, хорошо. Нельзя, нельзя, давайте. Так, ну по ниндзя у нас нету никаких заданий, поэтому можно спокойно найти. О, мусорка, здесь должна быть мусорка, а ее нету. Ее просто нету. Офигеть. Вот и подумай, как мне ачивку эту выиграть. Ой-ой-ой, сейчас все улетят. Так, давай, если ты родишь кого-нибудь, будет хорошо. Нет, не родила, к сожалению. Ну ладно. О, да, да-да-да, лотерейные билеты, соточка, 100 монет, и еще 200, все, ачивка выполнена. 300 монет заработали. Так, что у нас там получается, в задачу заходим. Так, выиграть по одному призу, так мы выиграли, а, две мусорки нужно опрокинуть, хорошо. Давайте опрокинем две мусорки, попробуем. Набрали зомбаков уже 7-8 штучек. Зато монетки мы собираем все подряд. Да. Кстати, можно купить двойные монеты. Сколько они стоят? А, дорого, наверное, стоят. Сейчас я посмотрю, сколько двойные монеты стоят. Так, тут ты не знаешь, либо парашютиста скушать, либо этого чувака. Опять смотри, нету мусорок в туннелях. Да что ты будешь делать? Так, ты что там один застрял, прикинь? Странный чувак. Вертолет и машинки. Угу.
Так, в начале игры надо посмотреть, сколько будут стоить двойные монеты. Сейчас я посмотрю, сколько здесь сейчас заработаю монеток. Ну, 100... Сколько? 175 монет заработали. 175 монет. Так, ну где там мусорки-то? Алло. Кто это? Дракон. Угу. Дракончик. Давай, давай, ломай, молодец. И это тоже ломай автобус. Вот, большой достаточно-таки дракон у нас получился. Вот, и можем танк сломать. Отлично. Ну да, 200 монет. Да, есть вторая мусорка, есть. Ачивочка наша вторая выполнена. Автобусики. О, два автобуса сразу. Машинка. Лопаемся. Так, что у нас здесь будет? НЛО. Угу. Сейчас будем клонировать наших зомбачков. Отлично. О, прыжки, прыжки начались. Начались вонючки, вонючки, вонючие прыжки. Нас осталось очень мало после прыжков. Но это нормально. Как бы прыжки, они всегда такие сложные. Так, все, НЛОшка у нас улетела. Ой, кабачок упал. Кабачок упал, ребята, в бездну. Ой, нет. Так, двое осталось. Ай-яй-яй, все взорвались. Ну давай, будешь рожать, нет? Есть, родила еще двоих. И мы продолжаем с двумя зомбачками бежать. Очень быстро. Ух ты, какая толпа была. Монет, смотри, куча как. 350 монет. Но не всегда 350 монет мы соберем. Все, теперь двое осталось. Офигеть, пропасть. Так, давайте сыворотку эту наполним. Так, сделайте 33 коротких прыжка. Перепрыгните проходящего с помощью как минимум 3 зомби. Ладно, проходящего нужно нам перепрыгнуть. С тремя зомбаками. Ладно, перепрыгнем. И 33 прыжка сделать. Офигеть, 33 прыжка. Так, подожди, отсюда нельзя в магазин вернуться? Нет, нельзя. Ладно, продолжаем. 33 коротких прыжка. И еще нужно нам перепрыгнуть одного прохожего. Угу. Ну, с цунами ты, конечно, не перепрыгнешь. Ну, сейчас посмотрим. А, короткие прыжки. Давайте делать короткие прыжки. 33 коротких прыжка. Опа, перепрыгнули, да? Есть. Да, ачивочку одну выполнили. Продолжаем прыгать. Так, ну мы сейчас 33 коротких прыжка сделаем. Главное монетки собирать. Опа, о, толпа. Толпа людей. Ну ладно, я буду все равно продолжать прыгать. Прыгаем. О, все, выполнили 33 коротких прыжка. Все, две ачивки мы выполнили. И падаем в пропасть. Посмотрим, родит, нет? Да, родила двоих. Хорош. Монетки соберем туда.
Опля, так, одну монетку мы не собрали. Ну, ладно. Тикс, 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 тикс. Так, внимание, машина, машина, вертолет. Автобус, который мы не можем съесть. Монетки. Так, две монетки оставили. О, что это здесь будет? Потребите, вот хорошо. О, нет. Сейчас всех потеряем, нет? О, не, нормально. Кстати, у нас очень много монет, а мы потратить их некуда. Может быть, новую нам дадут карту? А сколько бриллиантов у меня есть? Ага, ну у меня мало бриллиантов, конечно же. Бриллиантиков-то у нас мало. Эх, я хотел новую птичку открыть. Ладно. Будем потихонечку каждый день играть. И выполнять ежедневные задания. Тогда будут нам давать 25 бриллиантов. Это практически птичка. Птичка стоит 30 бриллиантов. Я помню, там была еще одна птичка, которая давала в какое-то определенное время еще мозг один. Да, проходило время, она давала один мозг. Так, ну мне интересно, что за нас будут за новые ачивки. Какие. Ну и монеток собрать тоже нужно. О, нет, нет. Все, успели. А-а-а, провалились. Ладно, давай заберем ачивки. Изысканная реанимационная сыворотка. Наполняется. Кстати, она что-то очень медленно наполняется. Так, имейте наличие 2 зомби в шляпе. И уничтожите 10 объектов с помощью ниндзи. Ага. Ниндзи. Ну да ладно. Давайте поиграем. 200. 100. 300 монет заработали. Удвоитель монет. А-а-а. Удвоите количество собранных монет навсегда. Распространяется на магазины монеты. Угу. Спасибо. Сделаем это обязательно. Только попозже, попозже. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока.